Базары. Сплошные базары. Торговля, куда ни взгляни. Как будто ночные кошмары преследуют нас в наши дни. И кажется, все продается, все можно за деньги купить. Кому-то вольготно живется, а кто-то не знает, как быть. Внезапно на всех навалилось житейское бремя забот. Скажите, а что же случилось? К чему это все приведет? О том, что вокруг происходит, пора бы подумать всерьез. К концу на земле век наш подходит. А что же он людям принес? Разврат, наркомания, пьянство, убийство, коварство и ложь, ругательство, зло, святотатство. Повсюду, мой друг, ты найдешь. Но каждый, я думаю, знает, что время такое пришло. Ведь Библия предупреждает, что этому быть суждено. Безбожное прошлое наше дало этот пагубный плод. Наполнилась, видимо, чаша. Свое пожинает народ. Напрасно метутся народы, и зло замышляют они. Подходят последние годы, а может, последние дни. Но на праведный суд не предстанут, кто в сердце не принял Христа, и в тьму беспросветную канут. Навечно, уже навсегда. Прошу вас, опомнитесь, люди, зачем вам в грехах погибать? Христос беспредельно вас любит, безмерно Его благодать. Придите к Христу с покаянием. Снимите с души этот груз. Покайтесь, пока есть сознание. И все вам простит Иисус. Сегодня Господь очень строго об этом напомнил всем нам. И я вас прошу, ради Бога, прислушайтесь к этим словам. Аминь.